Я родился в Великом Новгороде. Вот, знаете такой город? Вот. Там жил. Началась война. В Сталинграде был. Со Сталинграда в армию там пошел. И на войне я и работал. Был радистом всю войну. Ну, в полку доучился, да, в школе, потом в Киеве в училище. Когда закончил еще институт, мне хотелось очень в Ленинграде или в Новгороде. Вот. Говорят, нет, там нет работы, ничего, пойдешь в Москву. Ну, привезли в Москву, а из Москвы вот, вот сюда привезли. Привезли и работать тут начал. Все. Ну, здесь устроился и работал, я даже не знала. Ну, так встречались, я его редко видела, а потом как-то ходили в дом офицеров. Туда дом офицеров красивый у нас был, и познакомились там с ним. Я даже не думала, что мы будем с ним жить и встречаться. Когда уехал в училище, меня не отпускали, его тоже не отпускали. Друг его говорит: «Миша, знаешь что, ты едешь домой? Возьми Олю на неделю с собой». Мама расплакала: «Я тебя не пущу». Ну, я уехала на неделю. Поехала на неделю и осталась на всю жизнь. Его все любят, и дети любят, и женщины все любят. Он какой-то, вы знаете, ну не такой, как он бывает, сердитый, что с кем-то поругается, с кем-то все. Его и на работе все любили. Конечно, самый хороший день, 9 мая, День Победы. Как он у нас далек, как в степи потухшим таял огонек.